Сегодня мы провели следующую акцию, которая была посвящена награждению наилучших отметившихся людей с точки зрения безопасности, с точки зрения качественного выполнения работ. Мы говорили о том, что мы перешагнули экватор. На самом деле мы его перешагнули достаточно уже далеко. В ближайшие дни мы начинаем готовить первые установки к пуску. Это следующий эпизод нашего ремонта, тяжелейший эпизод. Одной из первых установок из ремонта будет выходить термокрекинг ТК-1. Сложная, напряженная ситуация, последние дни, подготовка, чистка. Опять мы возлагаем свои надежды на подрядных организаций. Мы будем отмечать их с точки зрения такой интенсивной и качественно безопасной выполненной работы на следующем этапе подготовки к пусконаладочным операциям. Совместно с технологическим персоналом начинаем принимать оборудование из ремонта, готовить его к пусковым пусконаладочным операциям. Уважаемые коллеги, добрый день! Рад вас видеть в добром здравии. Спасибо, что вы здесь, что в сложный ремонт на этой установке, на очень важной установке гидроочистки дизельного топлива, которая будет в Москве, Московской области в первую очередь давать хорошую дизельку класса Евро-4. И вот то, что вы здесь делаете, это очень, очень важно, очень востребовано вообще в рамках всей страны. Спасибо вам за ваш труд. Хотел бы поздравить вас с наступающими праздниками Великой Победы, пожелать вам крепкого здоровья. Мы пришли вместе с руководством вашим, руководством подрядчика. Александр Михайлович Меркушкин здесь присутствует. Еще раз сказать всем спасибо и отметить наиболее достойных такими призами, в которых главная ценность не стоимость этого приза, это съестной припас такой, напиток, да, а главная ценность – это внимание, наше внимание к вам, вашему труду. Геннадий Николаевич, скажешь два слова? Коллеги, вы работаете на одной из самых сложных и важных установок. Ремонт перевалил за экватор. Хочу вам пожелать сейчас терпения. Мне немножко осталось прорваться, собрать то, что разобрали, сделать эти акты ревизии и качественно, планово, в срок, без травм, без замечаний пустить данную установку. Спасибо. Михаил Валентинович. Мы перешли к сборочным уже операциям. Вы все устали, мы за вами наблюдаем, мы пытаемся вас поддержать. И сегодня мы хотим отметить самых лучших, самых безопасных, самых выдающихся вот по совокупному пониманию, таким вот символическим, наверное, призом, который очень приятен будет любому нормальному человеку. Это можно будет употребить прямо сейчас, прямо здесь. Собственно, и хотим пригласить Александр Михайлович. Александр Михайлович, да. Пожалуйста. Ну, я хотел бы добавить, что спасибо вам за ваш труд. Спасибо за то, что есть понимание, и вы не в оппозиции в области охраны труда. И вот те люди, которые представлены в этом данном списке, которые будут сейчас предложены, им отдельное спасибо за безопасную организацию работ и проведение и безопасных условий работ. Строительно-монтажная компания, город Омск, Махалин Максим Юрьевич, бригадир монтажников, приглашайте, пожалуйста. Давайте аплодисментами! Спасибо. Нет. Спасибо. Спасибо. Кувшинов Виктор Леонидович, монтажник. Спасибо за труд. Виктор Леонидович, спасибо. Спасибо за труд. Улеев Олег Сергеевич, монтажник. Олег Сергеевич, спасибо. Спасибо. От фирмы «Кислородомонтаж», город Липецк. Удовченко Геннадий Владимирович, бригадир монтажника, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Молчан Юрий Андреевич, бригадир монтажников. Юрий Андреевич. Спасибо большое. Спасибо, спасибо за труд. Малютин Евгений Геннадьевич, электросварщик. Спасибо.
от фирмы ИПАРМ. Морозов Сергей Владимирович, электрогазосварщик. Пожалуйста. Сергей Владимирович, спасибо. Спасибо за труд. Очень ценим. Фирма «Промспецстрой», электромонтажный участок, Добрынкин Анатолий Анатольевич, электросварщик, пожалуйста. Петр Анатольевич, полная тезка. Спасибо за труд, очень рад. Представитель «Тула Энергоремонт», Хабаров Александр Владимирович, слесарь-ремонтник, пожалуйста. Александр Владимирович, спасибо, спасибо за труд, спасибо. Ценим. И представитель Волгоградской фирмы Попков Дмитрий Алексеевич, инженер программы здания безопасности. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Очень важная роль, очень нужная. Спасибо, что здесь. Значит, мы с вами, наверное, уже перешли экватор. Движемся к окончанию. Всем спасибо за проделанную работу. Еще больше, так сказать, просьба и надежда к вам, чтобы мы с вами вышли из ремонта с качественным выполнением работ, с отменным здоровьем. Видите, нас заказчик кормит, поет. Огромное ему спасибо за это. Не забывает нас. Всегда, так сказать, держит нас в тонусе. Вот. Поэтому мы должны в ответ с вами закончить правильно, красиво и без потерь. Без травм. Вот, здоровыми, молодыми, красивыми приехать к любимым женам и детям. Еще раз, с праздником, с наступающим вас. Спасибо, да. Спасибо, спасибо, ребята. Спасибо. Два года я работаю на «Промфестрое». Вот. Это мой уже не первый капрем. Здесь и высотные работы, и как бы огневые, вот это все связанные с горючими смазочными материалами. Вот. Все это. Ну то, что сегодня вас отметили, вот как вы считаете, что это для вас? Это приятно. Это всегда вот так вот, когда. Это поднимает боевой дух, скажем так вот. Просто когда тонус человека все равно необходим. Потому что мы как бы работаем не по 8 часов. Вот. Ну как бы где-то задержаться приходится. Такая необходимость. Вот. Ну а вообще настроение какое сейчас в коллективе? Потому что... Боевое. Никак иначе. По-другому быть не может. Потому что по-другому просто работать не сможем. Мы должны друг друга поддерживать. Так же, как наше руководство и как бы сами рабочие.